на Ереване? В Ереване. Ереване. Хорошо. Сатен, а ты где живешь? Ребятки, давайте поможем. Как нужно сказать? Я живу в Ереване. Хорошо, ребятки. А теперь скажет мне... Скажет мне Анна. Анна, скажи мне, пожалуйста, кто живет у вас в доме? Мама, папа. Угу. Кто еще? Мама. Хорошо. А кто у вас, Айк? Кто у вас в доме живет? Погромче. Папа, мама, сестренка. Хорошо, отлично. А Хай, у тебя кто дома живет? Мама, папа, брат, сестренка. Посмотрим, давайте все вместе. Очень много фруктов и овощей, правильно?
Так, ребятки, а тут у нас... Не любишь? Я тоже. Но лимон, лимон очень полезный. Там много витаминов. Хорошо, а следующий фрукт? Нет, это не фрукт, это овощ. Он длинный и зеленый. Хорошо, молодец. Кто там, Най? Лайкуи. Лайкуи, хорошо, молодец.
не надо ли? Ага, розовый, хорошо. Ты мне скажешь «сэ». Держи. Опа, ларинка. «Сэ». Как будет по-русски? Так, подсказывай. Он знает, кайку не сделать, я сейчас за тебя тоже скажу. Хорошо? Черный, хорошо, давай. А там не было на мне очки черного цвета. Да, у тебя брюки, штаны черные, видишь? Хорошо, Мила. Мануша, какой? Purple на английском, она русская? Ты? Хорошо. Ага. Хайк мне
Да.